Григорий Остер очень серьезный поэт. Алексей Дедуров считал, что это мог бы быть, если бы он продолжал писать для взрослых, поэт класса Блока. И я солидарен, мне его взрослые стихи ужасно нравятся, он их почитает. Но больше всего он известен как автор детский, как автор 38 попугаев и всего этого цикла «Удавья мартышного», или как автор, скажем, «Вредных советов», или как автор нескольких гениальных задачников. И, конечно, как автор удивительных детских стихов, он вовремя понял, что гениального поэта во взрослой литературе терпеть не будут. И эмигрировал в детскую, поэтому дожил до нашего времени. У вас будет уникальная возможность его увидеть, услышать, расспросить и потрогать.